Так, приветствую всех, уважаемые подписчики. Матч на 23 марта Мельбурн. В гостях играет с Ньюкаслом Джетс. Так, я поставил на фору Мельбурна 0 с кэпом 1.8. Считаю так, что потому что Мельбурн в очных противостояниях за всю историю противостояния с Ньюкаслом у них так 16 побед, 4 ничьи и 1 с поражений. А в текущем же сезоне они встречались уже 2 раза. И причем в гостях Мельбурн выиграл 4-0, а дома лишь только 2-0. На этот раз играют они в гостях. И Мельбурну еще необходима победа, так как они идут на втором месте. Но идущий на третьем Веллингтон имеет на 2 игры меньше, чем Мельбурн. Поэтому до первого места им уже не допрыгнуть, так сказать, а Ньюкасл идет на 8-м месте, на 9-м, то есть точнее месте, ему уже ничего не светит, он и не вылетит, и не поднимется наверх уже. Так, из последних 5 встреч отметим: Ньюкасл 3 победы, 1 поражение и одна ничья. У Мельбурна 3 победы, 1 ничья, 1 поражение. Травмированных игроков нету ни у той, ни у другой команды. Поэтому я считаю то, что команда Мельбурн Сити выиграет с форой. Фора Мельбурна Сити 0 с кэфом 1.8. Так, всем спасибо, всем удачи, подписывайтесь на канал. Всего доброго, пока-пока.